Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами как всегда Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Hello Neighbor. Hello, 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 hello Neighbor 2. Вторая часть, и в прошлой серии мы наведались к мэру, и сегодня мы опять пойдем к соседушке в дом, чтобы открыть еще одну неизвестную дверь. Блин, наверх. Это было страшно. А вот, кстати, и дверь, которую я должен открыть шестеренкой. Именно так. И это, кстати, шестая или седьмая серия, я уже не помню. Что тут у нас? Опа. 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 Не все? Хватает книги. Какие это что? Ключ гаечный. Ага, смотри, наконец-то я его нашел. Нам нужна книга. Я спокойно тут могу проходить. Где были еще двери с этой фигней? А, там. Таня. Сосед. Сосед. Тихо. Вон там была дверь, 100%. Там точно была дверь. Если он даже зайдет сюда, то мне пофиг. Мне пофиг. Так пугаешь. Наш сюда направила игра, правильно? Хоп, хоп, хоп. Это не все? Должно же было что-то произойти. Аж тут какой не хватает. Все есть. Что тебе надо, собака злая? Да. Окей. Так, перебежим, 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 перебежим.
быстренько. Ага. Опа. Ага. Смотри, что это? Я в эту комнату, оказывается, так и не... Ну... Сосед спит! Бля! Так приятно и так неожиданно. А он дальше спит. Ну и спи дальше. Мне как-то пофиг. Спит и спит. Куда мне эту шестеренку? Куда мне эту шестереночку засовывать? Нам нужно голову, чтобы скрыть вот эту вот фигню, как я понимаю. Говорят, что нужно включить телевизор и настроить антенну. Для этого нам нужна антенна. Другая. О, офигеть, стоп, смотри. Тут залазить можно. Прикол. Только, а что нам это дало? Нам нужен этот, блин. Нужно вниз. Забрать это. Подняться наверх. Без этого ломика, кстати, сложно. Бам, все. Перелез, молодец. Молодец, огурец. А вот и наша антенна. Сосед. 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 Так, все, отлично. Блять. Я выжил? Я живой. Я живой. Я буду жить долгую жизнь. Я живой, жив целорём. Я живой, прям не могу. Так, залезаем. Карабкаемся. Чик-чик-чик-чик-чик. Опа. Дальше сюда. Отлично. Дальше вот тут сюда, вот куда-то. Блин. О, быстро получилось. Тут тоже быстро получилось. И мы добежали до верха этой антенны. Антенка. Джинс. Теперь только надо понять, какое положение. По сути, должно показывать, потому что, как сказали, они должны наверх смотреть. У меня они наверх смотрят, так что... Так что ко мне вопросов ноль. Ноль. Показывают. Показывает огонь. Чё? А, это шифр был. Прикиньте. Огонь, цветок, планета. Огонь. Огонь. Цветок. А, вот планета. Вот цветок, вот планета. Да! Отлично! Осталась рыба. Как рыбу достать, я вообще не знаю. Блин, что так сложно.
Так, вот пока что не слышно соседа. Беги, беги, беги. Нам нужно найти рубу. Ой, все там идет. Так. Так, есть теория, то что голова рыбы находится у охотника. Это по сути логично, потому что в демо-версии она находилась у охотника. Только где? Вот это вот вопрос. Красота. Значит, надо найти голову рыбы. А где? Я знаю. Так. Вот охотник. Вот и дом охотника. Первый. Так. Первый есть. Второй сейчас будет есть. Вот здесь вот, оп. Отлично. Сюда что-то на походу вставить. Пока что ничего нет. Нету ничего, нету ничего. Так ты ж дед. А. Меня все равно сюда телепортируют. Давайте будем тихо ходить. Угу.
Но должен пойти весь первый этаж. Там соседушка был. На первом этаже ничего нет. На первом этаже ничего не нашел. Да ты, ну, блин. Я не знаю. Что, где и как добыть? Он спит. Пойдемте наверх куда-то. Попробуем там что-то добыть. Какую-то из голов. Ребенок плачет. Сейчас по крыше полазим. Пам-парам-папам.
Где ты, рыбка речная? Я бы сейчас бы грохнул себя. На крыше ничего интересного нет, я понял. Да, такое. Не получается. Ага, я понял, я где найти. Где-то здесь. Вот здесь. Офигеть, какой слепой. Вот она, головка рыбки. Встань, сосед, отстань, отстань, отстань. Вот оно. Мы наверху. Баум. Баум. О, Рон. Сосед. Ой. А сосед, давай без этого. Но. А, зачепись. Мы спасли Рона, но зато мы теперь это. Ема. Сиди, выбирайся там. Короче, Рон спасся, он ушел. Сосед меня тут закрыл. Теперь выбирайся, как хочешь. Ножницы. Бам. Бам. Задом наперед. Зашибись. Фиолетовый 5. 0, 2, 3, 4, 5. 5. Тут у нас было 0. Красное 2. Синее. Красное 0. 2. Синее. Что с ножницами? Не происходит иногда.
Да вообще не. Три красные. Или оранжевые. Три оранжевые, наверное. Зеленая. 7 зеленая. 2, 3, 4, 5, 6. 5 фиолетовая, ну. Чё тебе надо, собака злая? Три оранжевые. Ноль красные. Синяя два. Фиолетовая пять, зеленая семь. Ну? Чё? Я всё правильно сделал. Семь, ну, пять, синие два. Оранжевый три, красная ноль. Что подвох? Случайно. Давай. Он должен открыться. Каким образом, конечно, я не знаю. Ну, я же вроде все правильно сделал. Угу. Блин, как всегда. А, рука манекена. Куда его можно сунуть? Блин, ну, себе всунуть нельзя. Семь, пять, 203. А, его сконвертировать надо. 3, 1, 8, 6, 9. Ебой. Сконвертируюсь, оказывается. Режем. И фигачим сюда этот рубильник. Паум. Спасибо. Тут чердак, конечно. О, вот эта статуя законченная. Она в самом низу была. Вау.
Да, вот он, статуя. Да, это с книгами. А. Довести капканы разбросаны, ну ё-моё. Ключик. Почему везде капканы? Прям в руки соседу. А что надо сделать-то? Ты заколебал. Где мне нужно найти ключик? Так, многие двери закрыты. Чтобы открыть ту дверь. Где я тебе это все достану? Так, я готов. Ну чё, сосед? Сосед очень быстро сейчас. Прям очень быстрее, потому что... Чё мне делать, если ты тут тусуешься? Телепортатор хренов. Не, можно тут прятаться, оказывается. Где тут лежит Ом? Офигеть! Я у Маустика.
Ну. Забрал. Так. Теперь ошибки у меня нет, потому что если я ошибусь, то все. У меня есть этот омик. Теперь катаемся на цыпочках. Встал. Пошел. Хера себе, он быстрее. Тут и скорость. Так, ну, мы так до бесконечности не можем сидеть. Минус первая гайка. Ой, плотно. А у меня тут реально плотно. Офигеть. Проблема, что я не знаю, где он. Он там, в той комнате, 100%. Я не понимаю, где он. Где он ходит? Тихо. Нормально. У меня есть ключ. У меня есть.
лом. У меня есть все. Это мой шанс. Где кля? Ух. Ломик. Все! О, черт. Ой-ой-ой. Ладно. Чё, серьезно? Это конец. О, слушайте, ну конец второй части по соседу это что-то с чем-то. Ну слушайте, я только могу похлопать разработчикам Hollow Knight, потому что. Не, конец офигенный, если честно. Ну какой-то непонятный. Ну, для меня чисто. Типа, Рон, на соседа упала ворона. Все же это все Рейвенбрук, 100%, это Рейвенбрукс. О, ну конец, кстати, вообще офигенный, мне понравился. Ладно. Кат-сцену мы не можем пропустить. А, ускорить мы можем. Есть, вы завершили игру на данный момент, но... На данный момент, но история мистера Питерсона еще не окончена. Внимательно следите за будущими событиями. У нас еще много планов, так что скоро увидимся. Теперь вы перейдете в режим свободного исследования, где вы можете неограниченно передвигаться по всем локациям, раскрывать городские секреты и любоваться красотами Раворонних ручьев. Спасибо, что завершили прохождение игры. Это вам спасибо. Нет, за что спасибо. Ой. Все, ура, мы прошли полностью Hello Neighbor, Hello Neighbor 2. Эх, Рейвенбрукс, какой же ты таинственный. Пойдемте к этому Делбику, которого называют мэр. Ну ладно, это ладно. Это я уже там сейчас поразвлекаюсь в Hello Neighbor. В следующей серии по Hello Neighbor мы пойдем уже в Адану из DLC. Так что мы не переключаемся. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а с вами был Iron и Hello Neighbor 2. Ну а всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч. Thank you.